Всем привет! Прошел год с тех пор, как я выпускал последний ролик на YouTube. Все, наверное, знают, что с 24 февраля 2022 года у нас в Украине идет война. Как бы кто ни называл эти события, ну, по факту это война. Кому не верится, я вот покажу вам картину, которую я снимал в начале марта прошлого года из своего собственного окна. Тут у нас коты едят, а тут вид из окна. Первых месяца три, наверное, в общем, движение с рыбой у нас полностью остановилось. Город был окружен. В общем, ни о каких отправках рыбы, ни о каких продажах речь и не шла даже. Если вы помните, у меня тогда на тот момент было много рыбы, неон, разбор, тернеция, анциструс. Ну, в общем, все позависало. Я его долго-долго распродавал потом. Ну, потом, конечно, движение немножко началось. В общем, было не до рыбы, не до роликов. Плюс у нас тут подорвали ракетой подстанцию. Свет вырубился, у меня сгорел компьютер, на котором я монтировал эти ролики. В общем, не совсем было не до этого. Ну, а потом как-то, в общем, все сложно. Ну, последнее время, последних, наверное, месяцев 5 у нас, может, 4, я уже не помню, начали отключать свет тут периодически, по 4 часа в день не было света. Ну, то есть ни о какой рыбе тут речи быть не может. Сейчас вроде все наладилось, вроде бы свет есть, поэтому я решил заняться опять буду выпускать вам ролики. Мне удалось тут сохранить производителя немножко. Это старый неон, старички. Они уже один раз у меня отнерестились. Вот тут я посливал личинку. Немножко есть, но это как бы после перерыва, первый раз. Ну, я думаю, я их раскручу. Будет малек, будем дальше нерестить. Растения тут у меня с этими выключениями тоже, ну, много пропало. Часть удалось сохранить. Значит, полностью полгода у меня все было слито. Пустые аквариумы. Здесь тоже пусто. Здесь тоже у меня все, ну, слито, в общем. Все пусто. Ничего нету. Ну, будем как-то все дело это восстанавливать, приводить в порядок. Да, кстати, фильтр вот этот, который, ну, вот этот, полгода он стоял, не работал. Ну, то есть, я запустил, залил свежую воду, запустил аквариум буквально, ну, день. И все тут, в общем, все работает. Ничего не надо было выдумывать. Ну, какие-то бактерии там остались, в грунте, наверное. Ну, в общем, все заработало, все нормально. Да, еще один момент по поводу качества видео. Та камера, на которую я делал ролики раньше, ну, она у меня, в общем, накрылась. Сейчас я снимаю на другой телефон, ну, тут немного, наверное, качество похуже. И те ролики короткие я выкладывал, тоже я смотрю, качество не очень. Ну, ничего, это мы все дело восстановим, возьмем новую камеру со временем. Все будет нормально. Что еще, какие новости? Значит, фирма, на которой я работал раньше, закрылась. Я долго сидел без работы, ну, потом пошел работать на разводню, на которой я работал раньше, я вам как-то упоминал, и сейчас я работаю там. Я выпускаю там коротенькие шорт-ролики с этой разводни, там рыбки
Обзор по разводне я сделать в открытый доступ выложить не смогу. Ну, это нужно разрешение у хозяина получить. Я давно хотел эту разводню поснимать, но он как-то не хочет. Ну, в общем, так. А в закрытом доступе я мог бы, наверное, как-то так делать ролики. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание, что на канале появилась кнопка спонсорства. Ранее эта функция была недоступна у нас в Украине. Но сейчас появилась, я это дело оформил. Поэтому, кто желает помочь автору канала в это нелегкое время, переходите на вкладку спонсорства. Там расписаны все бонусы, которые будут. Отдельно хочу отметить, спонсоры уровня VIP будут иметь возможность лично проконсультироваться с автором по телефону или по видеосвязи. И также для таких спонсоров я буду выкладывать в закрытом доступе ролики с той разводни. Ну а дальше буду ролики делать также по разведению рыбы разной. Я там еще давно вам обещал и по скалярии ролики. Все как-то руки не доходили. В общем, в это время мне было не до этого. Не до рыбы, сами понимаете. Обстановка не благоприятствует. Ну, в общем, как-то так. Ролик коротенький получился. Я дал о себе знать. Я живой, все нормально. Будем дальше выпускать видео. Канал будет жить, все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр, всем пока.